А в Ишиме откроется инклюзивная гончарная мастерская. Этот проект получил поддержку фонда президентских грантов. Он направлен на обучение и развитие творческих способностей людей старше 14 лет с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в мастерской устанавливают оборудование. В середине сентября гончарное дело начнут осваивать 30 человек. На групповых занятиях будет ручная лепка из глины, на индивидуальных – на гончарном круге. Всего в Ишиме обучить гончарному делу планируют порядка 2000 человек с инвалидностью. В интернете смотрела, как работают мастера с глиной на гончарном круге. Меня заинтересовало, когда я увидела ролик с инвалидом, когда вот на гончарном круге работает. Меня это настолько зацепило, что я решила, что нужно делать хорошее что-то. Нужно именно работать в этом направлении, потому что этого у нас в городе нет. И нам этого не хватает. Нам это нужно. –